Нет больше у меня никаких эмоций, только злость. После того, как я сбежала из фундаменталистской церкви Иисуса Христа, осталась только ярость. Я вырвалась оттуда и ничего уже не боялась. Я насмотрела в своей жизни столько боли, насилия и страдания, что я поняла, то отношение друг к другу, которое они воспитывают, так не должно быть. Мормоны – последователи религиозного учения, появившегося в США в 1823 году. Основатель новой церкви Джозеф Смит уверял, что общается с ангелами, которые и показали ему место в лесу, где была зарыта священная книга мормонов. В 19 веке адептов этого учения считали сектантами и еретиками. Самопровозглашенный мессия Джозеф Смит под конец своей жизни был арестован и убит в тюрьме неизвестными. Чтобы сбежать, у меня был один вариант – выйти замуж. Мне тогда было всего 16 лет. Потом еще 5 лет меня преследовали. За мной присылали мужчин из нашей общины. У моего дяди был дом на колесах, и они приезжали на нем за мной. Дяди и мужчины из нашей деревни. Они брали с собой моих младших сестер, и так они пытались меня выманить. Тогда я еще совершенно не понимала. Мне казалось, что я могу спрятаться в безопасном месте, не высовываться, и меня не найдут. Я не понимала, что у них в полицейском отделении все схвачено. У них есть доступ ко всем государственным базам. И как только меня попросили бы показать номер соцстраховки, все, меня бы засекли. Были моменты, когда они врывались ко мне через переднюю дверь, но я успевала выскочить через окно на задний двор. В штате Юта и Аризоне у мормонов полно власти. В результате нашего расследования выяснилось, что и в федеральном правительстве много мормонов, действующих под протекцией церкви мормонов. Более того, мормоны основались в ФБР. Моего отца в женах была моя мать и ее младшая сестра. И нетрудно догадаться, что моя мать была не главной женой. С конца 19 века мормоны официально разрешили многоженство. Браки заключаются насильственно, в том числе между близкими родственниками. За нарушение внутренних правил церкви до сих пор существуют телесные наказания, в частности, удары плетьми. Господь подарил мне очень хорошего мужчину. Это нас и спасает. Интересно, что когда я его встретила, я оборвала все связи с семьей. Он меня спрашивал: «Где твоя семья?» А я ему: «У меня нет семьи». А он только шутил: «Замечательно, у меня не будет свекрови». Но потом выяснилось, что у него целых две свекрови. Это моя малышка. Нам 3 месяца понадобилось, чтобы привести ее в нормальное состояние. Нам говорили, что Бог обижается, когда слышит, что дети плачут. Поэтому они учат детей не плакать вообще. И начиная с 6 месяцев, они применяют метод, который, по сути, ничем не отличается от пытки водой. Можешь там припарковаться без билета как-то? Мы будем тебя здесь ждать. Да, я найду вас, не волнуйтесь. Вы только посмотрите на эти огни и экраны. Когда мы видим 12-летнюю девочку, и они еще говорят, что она сама выбрала себе в мужья 47-летнего мужчину с 7 или 8 другими женами, я не знаю, как на это вообще можно купиться. А как вам закон об инцесте? Вы не можете предъявить обвинение об инцесте в Аризоне, если одна из сторон несовершеннолетняя.
You could only charge them if they were both adults. Вступивших в инцест может привлечь к ответственности только если они оба взрослые. Вы такой бред еще где-нибудь встречали? У них много строительных компаний, где они используют своих детей как рабочую силу. Я поняла, что подчиняла сутенерам и бестолковым проституткам. Злость — это самая здоровая реакция, которая должна переполнять жертву, которая хочет вырваться. Ты срываешь оковы, которые на тебя наложил насильник. Я не могу жить среди людей с той ментальностью, я не могу подчиняться их доктрине. Я не могу мыслить, как они. Я не принимаю их жизнь, потому что это дурная жизнь. Посмотри на этого щеночка. Yes, you are. Be careful, Ernie. Орни, аккуратнее. Is it puppy? Ah! Jump up, shake it off, shake it off, shake it off. Вставай, отряхнись. I don't know if you're aware, but 70%. Не знаю, насколько вы в курсе, но 70% ФБР мормоны. Все наши многочисленные расследования были приостановлены по приказу ФБР. Дети, которых вытащили из секты во время Техасского рейда, их обратно вернули по прямому приказу федерального правительства. Чтобы вернуть детей мормонам, создали специальную команду из людей службы защиты детей США, как они сказали. Не знаем и знать не хотим про насилие. Прекратите цирк, отправьте их всех обратно. Количество мормонов в США исчисляется десятками миллионов человек. Их поселения называют империей мормонов. Зоны проживания мормонов считаются юго-восток Айдахо, Солт-Лейк-Сити, Аризона и Калифорния. Если в тебе есть злость, и ты ее показываешь, тебя наказывают. Если тебе грустно, наказание. Если тебе слишком хорошо, тебя тоже наказывают. В этом их идеология. Чтобы попасть после смерти туда, куда тебе нужно, надо пострадать. Если отец видит, кто прав, кто виноват, он возьмет невиновных детей не главной жены и отдубасит их за то, что только что натворили дети главной жены. Их брутальность заключается именно в этом. Флора Джессоп, ее муж Филипп и дети в настоящий момент скрываются от преследования со стороны мормонов. Несмотря на многочисленные факты нарушения прав человека, у американского правосудия к мормонам нет претензий. По данным независимого расследования, сотрудники ФБР, департаментов полиции являются активными адептами этого религиозного учения.